суток, с вами Виктор Дулин, 28 июня 2015 года, и я сейчас загружаю верный септик и ящики, в первую очередь вот такие вот тяжеленные, с макулатурой, вот уже три ящика загрузил, еще, наверное, штучки три будет, но тяжеленные они, потому что масса у него, вот видим, 25 килограмм. Это сухая макулатура, плотно набитая. Где-то я из какого-то мусорного ящика документацию из магазина, видать, за год выбрасывали. И вот она придется как раз очень кстати. Ну и нашел я место, где крысы меня сегодня в 2 часа разбудили ночи, где они барабанили столь интенсивно. И вот четвертый раз попью структурированной водицы после кошения двух тачек таких вот 50-килограммовых с травой. Я сейчас лезу внутрь вермисептика и покажу вам, где и как эта крыса барабанила. И уже не одну ночь доставала меня.